ансамбль русской песни «Забава» открыл концерт с задорной песней. Пестрые расшитые сарафаны, причудливые кокошники девчонок и подпоясанные алые рубахи юных музыкантов создали неповторимую народную атмосферу. Сегодняшнее мероприятие посвящено началу весны и, конечно же, Дню мамочек. То есть мы сегодня поздравляем бабушек, мам, наших девочек, которых большинство у нас в коллективе. Вот, сегодня у нас вот такое вот мероприятие. Праздничный концерт получился импровизированным, потому что времени на подготовку из-за пандемии было немного. Однако ребята выступали как настоящие профи, и даже если кто-то сбивался, зрительный зал поддерживал их аплодисментами. Конечно, было сложно, но мы с ребятами не унываем. У нас много здесь проходит различных концертов спонтанных. Мы всегда готовы, всегда у нас есть в репертуаре те песни, которые подойдут абсолютно любой праздник. Сегодня, конечно же, как и в любой другой праздник, мы с нашим коллективом поздравляем зрителей русской песней, русскими плясками и даже, может быть, и конкурсами со зрителями. Здесь царила домашняя и уютная атмосфера. Людмила Карпушова проводила концерт в интерактивном формате. Каждый номер предварял небольшой диалог со зрительным залом о маленьких девчонках, невестах, мамах и бабушках. А потом юные музыканты поздравляли их песнями, частушками, стихами. Искренне и от всей души. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».